Инициировать продление контракта о поставках электроэнергии с материковой Украины в оккупированный Крым намерен министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. Об этом он заявил в парламенте в пятницу 13 ноября. Таким образом, инициированная представителями Меджлиса крымско-татарского народа энергетическая блокада полуострова откладывается до тех пор, пока по этому вопросу не будет принято политическое решение. Министр утверждает, что решение о продолжении поставок электроэнергии в Крым принято Кабинетом министров Украины. Однако пообещал, что стоимость электроэнергии для полуострова в новом году увеличится. На данный момент, напомним, ее стоимость для крымчан на 20% ниже, чем для жителей материковой Украины. Условия контракта, подписанного в конце прошлого года, вызвали скандал в Украине. К тому же полуостров именовался в нем Крымским федеральным округом. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обещал провести расследование по данному факту и привлечь виновных к ответственности. Но этого так и не произошло. Согласно договору, украинская сторона поставляет на полуостров электричество, закупленное у России. Действие документа завершается в конце этого года.